Коллеги, с вами Шмиги, мы продолжаем проходить игру под названием Варфарис. Мы прошли какие-то срано-вонючие какие-то джунгли. Мы получили кровь Варфариса, что нам позволит улучшить оружие до максималки. Но у нас с вами недостаточно металла. Походу мы будем сейчас кататься на роботе. Этот истребитель работает. Защита не сконцентрированного доступа все еще действует. Дай мне минуту, попробую ее обойти. Ой, мы же подожди, не сохранялись, да, нигде? А нет, сохранения было, забыл. А знаете, это чувство, когда ты падаешь, и тебя даже не предупреждают. Нормально, что я щит не мог поставить. Короче, вправо, лево, вправо стрельщик. Нужно убить сразу стрельщика. Так, Терион, механоид готов к использованию. Ну чё, поехали. Да, меч классная вещь. Пора крушить. Ну, это самое имбовое, что могу сейчас сделать. Ой, что придет. Уже сохранение? Мне кажется, вот этот босс с тремя бошками сейчас встанет. Если это босс. Мост разрушен. Истребитель не сможет перепрыгнуть эту пропасть. Придется бросить механоид и поискать способ перебраться на другую сторону. Но, Терриан, без истребителя тебе не расчесть будет. Попробуй найти панель управления мостом. Он должен находиться на вершине этой башни. Понял, выдвигаюсь. Знаете, наш такой брутальный голос. Такой, понял. Нет, понял. Выдвигаюсь. Или типа того. Блин, вот второй раз у нас попадается локация с паутинами. Ну, блин. Я хочу видеть большого паука. Готов. Но они распрыскивают какой-то яд. Мне это не кажется.
туда можно попасть, но вопрос как? А, да, эти были черепи. Так, в принципе, это можно достать с той стороны. Так, хорошо, сейчас мы эту тварь убьем. Здесь мы заберем. О, хпшки у меня то. Это та. Ладненько, давайте осторожно. Сразу же. Мы уже накоцались. Да, ёлки-палки. Просто у меня сейчас хп на одну тычку. Так, ладно, я могу, в принципе, отхилиться. Пойти сюда. Так, я получаю металл, и я получаю улучшение для пистолета. У меня, по идее, все пули будут теперь такими. С мощными. Так. Ух, здесь я просчитал хорошо. Босс убит. Главное, что босс убит. Это был довольно крупный паук. Теперь он сдох. Так что в одном мы точно можем быть уверены. И в чем же? Теперь в Альфарисе будет гораздо меньше паутины. И это, ребят, как раз того босса, которого я ждал. Ну, как-то они... Нагараха. Его... Так, обладатель уже мертв. Но этот смертоносный придаток еще живет. Так, высасывает из своего из своих жертв лишь небольшое количество энергии, при этом забирая их жизненную силу. Выглядит прикольно. Кровь Вальфариса. Нам дали вторую кровь. Это плохо. Так, осталось где-то сохраниться. Ну да, в принципе, теперь я и могу использовать. А, так.
А, это что, босс будет? Это босс? Это босс. Ну это у нас атака бесконечная, поэтому не страшно. Еще один, так, убранный мост. Добро, поехали. Мне интересно, насколько хорошая вот эта моя вещица. Так, я слышу ловушки. Так, давайте посмотрим, что ему нужно для улучшения. Повышает дальность, увеличивает тяжесть. Нет. Так, пистолет, да, мы хотели улучшить. Четвертый ранг. И сейчас у меня два, хорошо. Ну, сказать честно, я ждал большего. Ну, типа, жизни вообще почти не наполняет меня. Так, изменить. Вот ублюдок это самый нормальный меч. Стой, ты шо лучше, да? Все. Мы, по идее, того парня должны были взорвать. Если нет, будем вот так просто к нему подниматься. Да, видите, типа, то, что я не вижу, то, что я не могу атаковать. Печально это осознавать. Ладно, делаем таким образом. Делаем таким образом. Делаем вот так вот. Ой! Вот, и средний снаряд ловишь. Хорошо. Я мог пробежать. ГГ. Нет, это нихера не легко.
Да уж. Это сложечно. Я сейчас молчу, потому что я продумываю план. Просто мне достаточно даже наверх не лезть. Мне достаточно просто расстрелять это все дело. Там эта херь ходит, но я думаю, я правильно все сделал. Я правильно поступил. И мне посрать. И сейчас мы на канатике, по идее, просто прокатимся. Молодец я. Странно, что босса нету. Не, хотя не, паук же, да, был? В первой башне. Так, вот сейчас может быть что-то интересное на самом деле. Ах, прославленный Тирион. Какая честь находиться рядом с такой знатным человеком. Я лорд Крейвок, правитель Вальфариса. Избавь меня от любезности, Крейка. А, Кайвок. Как Скайвокер. Где мой отец, король Ворол? Он нас покинул. Улизнул, как крыса. Но сначала навлек на нас несчастье из-за этой... Так, из-за своей непомерной жадной власти. Я пытался очистить скверну, но все безнадежно. Наше спасение — соль моря. Только нас может очистить Вальфарис. Что за чушь ты несешь, Кайвок? Ты лишился рассудка? Ха, все это место лишилось рассудков. Но хватит безумных разговоров. Я вынужден с тобой попрощаться. Попробуй меня остановить, и мне придется тебя убить. Два раза мне упрашивать не придется, Кайвок. Я затолкаю твою высокомерие тебе в глотку. Держись поближе, иначе тебе... Стоп. А сейчас по-русскому объясните мне, что мне нужно делать. Спринтовать я не могу. Короче, мне просто нужно стрелять вот так вот и бежать. Так я же быстрее, да, передвигаюсь? Нет, я все равно замедляюсь. Так, нужно запомнить угол.
Да, блядь. Все. На капулечке. На капулечке. Просто неплохо, Терри. Но это ничего не изменит. Ты не сможешь остановить уже начатое. Я подумал, сейчас вторая фаза, что ли? Терри, я зафиксировала изменения в орбитальной траектории цитадели. Кайвак вывел Вольфарис на новый уровень. И что это за новый курс? Вольфарис направляется прямиком к Сольмаре. Он хочет уничтожить мой домик. Ему это с рук не сойдет. Еба, максимум. Кровь Вольфариса получена. Да. Не, пускай его остается, у меня столько хпшки, но... Немного сейчас пробежим и, в принципе, закончим. Клянусь, я лично убью Кайвака. Терриан, послушай, отправляйся на вершину собора. Я смогла подобрать тебе оттуда с помощью волочьего корабля. Не поспеши до столкновения Вольфариса с Сольмари. Осталось не так много времени. Собор. Блин, или мне с одной стороны заставляют закончить серию, но она, блин, коротенькая. Давайте, ладно, пойдем посмотрим, что здесь у нас. Ну ладно, их вот кровавый металл, неплохо. Так, а здесь как? Или на люстру? Давайте попробуем на люстру. Ладно, попробуем запрыгнуть на люстру. Ну, а я запрыгнул на люстру. Ну, пока что новых врагов у нас нету. Робот, скелет. Еще блок так херово работает. Видите, он из-за того, что не может запрыгнуть на платформу или спрыгнуть с платформы, ему приходится закрывать меня так. Вау, 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 вау. А, так на люстру можно цепляться. Да кто бы мог подумать? Понимаете, здесь нету того момента, когда нужно именно зацепить. И это на самом деле напрягает. Так, хорошо. А, слышите?
мой этот стал просто слишком большой. Центральный снаряд. По идее, я же его улучшил, да? По идее. Ну да. А чё он все равно так слабо атакует? Так, ладно, мне осталось только много металла. Ладненько, давайте на этом мы с вами и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.